Здравствуйте, на связи Дмитрий Черкасов. И за последнюю неделю, после того, как я выложил эту страничку в интернет, меня буквально забросали письмами. Мол, а покажи, а докажи. Потому что якобы сказки рассказывают каждый гораст, а мы хотим видеть все своими глазами. В общем, решил специально для вас записать это видео, дабы не было больше лишних вопросов. Смотрите внимательно и до конца. Я покажу не только свои результаты заработка на биткоине за последние месяцы, но и то, сколько я зарабатываю буквально за один день в режиме реального времени. Итак, давайте зайдем в мой криптовалютный кошелек. И вот мы видим мой текущий баланс. Всего 4 валюты. Чуть больше 2 биткоинов на сумму 23 тысячи долларов. Эфир на сумму 7,5 и фиатные деньги, то есть доллары и рубли в сумме где-то 10 тысяч долларов. И в целом все это равняется, как видите, 41,5 тысячи долларов. При этом за последние 3 с лишним месяца мой общий заработок составил свыше 54 тысяч долларов. Просто часть денег я уже вывел себе на Яндекс кошелек и затем на банковский счет. Чуть позже я покажу свои выводы. А вот последние транзакции. Чтобы у вас не было подозрений, мол, это все подделано и нарисовано, во-первых, давайте обновим мою страницу. А во-вторых, обратите внимание на адрес сайта. Вот я его выделяю, вот сертификат безопасности. То есть сами видите, что все честно. В общем, зачем я все вам это показываю? Дело в том, что есть один очень классный и простой способ, который я использую. Способ совершенно не боится конкуренции, и я хочу вам о нем рассказать. Он реально настолько элементарен, вы даже себе не представляете. Неважно вообще, знаете ли вы, что такое биткоин или нет, есть ли у вас опыт работы в интернете и так далее. Все, что вам нужно, это один раз по моей инструкции настроить рабочий процесс, и уже буквально через день, через два, ну максимум через неделю, вас просто начнут закидывать переводами в биткоинах на сотни долларов ежедневно. Чтобы понимали, как это выглядит, давайте перейдем в историю транзакций. И вы сами все увидите своими глазами. Вот они переводы. Взгляните, как много. То, что выделено серым, это отправленные, а то, что зеленым, полученные. Зеленых, как видите, в разы больше. Это все перевод за текущую неделю с понедельника. Можем подгрузить более старые транзакции с прошлой недели. Переводы поступают на мой биткоин кошелек, созданный в системе. Обратите внимание на сумму переводов. Для тех, кто в теме, какой биткоина курс, можете заметить, что есть отдельные переводы как на сотни долларов, так и на несколько тысяч за раз, хотя последний гораздо меньше. Еще иногда получаю другую криптовалюту, эфир, но редко. В основном именно биткоин. Каждый день выходит в среднем от 3 до 6 переводов. Чтобы их получить, необычно достаточно 4-5 часов, после чего я могу идти отдыхать. Вот последние две входящие транзакции. Их можно при желании проверить на официальном сайте блокчейна в реестре данных. Опять-таки, чтобы ни у кого не было вопросов, откуда ноги растут. Еще можем посмотреть мою историю выводов средств. Периодически, когда курс биткоина подрастает, я стараюсь выгодно выводить средства на Яндекс.Кошелек. Так, у меня там сразу привязана карточка, а потом на банковский счет. Причем за раз уже довольно крупные суммы, как видите сами. По 30, 40 и 50 тысяч. Много вводил в декабре. Тогда у биткоина был очень высокий курс, почти под 19 тысяч долларов за штуку. Ну а последний вывод был 12 ноября прошлого года. Кажется, это было всего через 2 или 3 дня после того, как я начал практиковать этот метод. Это просто на голове отчасти стояло. Сейчас же я воспринимаю его как само собой разумеющееся.
Хотя, если честно, до сих пор трудно поверить, что еще в октябре я о биткоине слыхал только краем уха и работал по найму. Все произошло так быстро, пожалуй, быстрее был бы только мой первый секс. Так что, если удалось мне, то поверьте, удастся и вам. Давайте сделаем последнюю вещь. Как я обещал в начале, покажу вам наглядно, сколько я в среднем получаю переводов и на какую сумму за один рабочий день. Зафиксируем время. Сегодня у нас пятница, 16 февраля. На часах начало 11. Сейчас я на время прерву запись, чтобы начать работу. А после вернусь и подведем итоги. Продолжайте смотреть и никуда не уходите. Ну что ж, еще раз вас приветствую. На связи все так же Дмитрий Черкасов, и я готов показать свои результаты. Посмотрим на время. Сейчас у нас почти половина четвертого. Это значит, что я отработал порядка с 5 небольшим часов. И мне, в принципе, достаточно. Хотя как отработал, это громко сказано. Просто сидел и дожидался транзакции. В общем, смотрим. Я уже зашел в историю переводов. Давайте обновим страницу. Так, всего я получил сегодня 4 перевода. Откроем калькулятор и все суммируем. Всего получилось 0,57 биткоина. Умножен на текущий курс 9873 и получаем практически $570. Ну, такой классический рабочий результат. Бывает меньше, бывает больше. В среднем получается обычно до $700 за день. Последний платеж сегодня поступил где-то без 10:03. Еще решил ввести немного денег в рублях на Яндекс кошелек, чтобы показать, как это просто. Давайте посмотрим. Вот Яндекс. Перевод пришел практически моментально. Причем сумма 40 тысяч разбилась на 4 перевода из-за разовых лимитов. Опять-таки можем обновить страницу. Здесь также, как видите, есть и другие переводы. Более ранние платежи и переводы. Вот вывод на банковский счет. Ну и на балансе всего более 140 тысяч рублей. В общем, свои результаты, думаю, я в полной мере вам продемонстрировал. Повторюсь, способ очень простой, не требует никаких вложений, конкуренции не боится. Суть заработка в обработке входящих и исходящих транзакций, получение за это комиссионного вознаграждения. Настраивается все буквально за день. При желании можно уже сегодня-завтра получить первый доход. Данный способ, я уверен, будет жить еще долго, поэтому можно не просто заработать очень много, а навсегда закрыть финансовый вопрос. Скажу так, если бы мне повезло наткнуться на него хотя бы на полгодика раньше, то с учетом роста курса биткоина я, наверное, поднял бы уже полмиллиона долларов, не меньше. Я готов рассказать вам все в деталях, потому что мне все выгодно, чтобы вы зарабатывали. Сейчас мы готовим свой онлайн-сервис по автоматизации процессов обработки платежей, и мне нужны успешно зарабатывающие пользователи. Поэтому не упускайте такой возможности. Читайте подробнее информацию на этой странице. Если будут вопросы, присылайте мне их на почту. Я постараюсь помочь. Желаю удачи.